Привет, ребята! Меня зовут Бегемот Лулу. Мне из Африки прислали посылку, но я не могу ее открыть. Нужно выполнить задание, и тогда она откроется. Посмотрите, сколько здесь замочков! Так замуровали посылку, чтобы точно никто не открыл. Ну что, Бегемот, давай смотри, что у нас здесь за пароли. Так, давай первый, самый верхний замочек у нас оранжевый. Чтобы его открыть, нам нужно сделать красивый заборчик из зубов. Я знаю, что вы умеете. Давайте сделаем вместе и поможем бегемотику. Точно! Держим заборчик, а я считаю до пяти. Поехали! Отлично! Какой у вас красивый забор! Так, снимаем первый замок, открываем бегемот. Ура! Так, первый замочек сняли. Давай следующий. Следующий у нас желтый. Чтобы открыть желтый замок, нам с вами нужно сделать красивую лопаточку. Язычок у нас не двигается, а лежит спокойненько и не дергается. Поехали! Вы молодцы! Открываем следующий замок. Отлично! Осталось не так много. Следующий замочек у нас зеленый. Давайте с вами вместе почистим хорошенько зубки. Чистим и вверху, и внизу, чтобы не осталось нигде микробиков. Бегемот, пробуй с нами, запоминай. И вверху. Вы молодцы! Снимаем следующий замочек. Получилось! Так, давайте посмотрим, какой у нас следующий замок. Точно, розовый. Наверное, твой любимый цвет, бегемот? Да? Отлично! Давайте снимем розовый замочек. Мы с вами теперь сделаем сердитую кошечку. Нам нужно язычок спрятать вниз за зубки. Давайте найдем, где он там живет. А теперь сердитая кошечка показывает свою спинку. Точно, молодцы, держим сердитую кошечку, а я считаю. Отлично, так, бегемот, снимаем твой любимый розовый замочек. Сколько осталось, детки, смотрите. Да, точно, два замочка. Так, а ну какой теперь нужно снять? Да, синий. Поехали. Следующее задание. Нам с вами нужно почистить язычок, как будто бы расчесочкой. Вот так. Зубы. Это наша расческа. Будем причесывать язычок. Поехали. Все вместе. Умнички. Снимаем предпоследний замочек. Так. Смотри, Лулу, остался последний замок. Ребята тебе сегодня, смотри, как классно помогают. Последнее задание, последний пароль. Мы с вами сделаем вот такое вот упражнение. Называется оно катушечка. Язычок сначала будет сердиться, а потом снова будет добрый. Попробуем. Молодцы! Снимаем последний замочек! Ой, что-то какой-то он тугой. А ну-ка, давайте все вместе попробуем, чтобы его сдуло ветерком. Сделаем красивую кошечку. Спрячем ее за зубки. И красиво подуем, как ветер. Давайте сильнее! Получилось, Лулу! Ну что, давайте посмотрим вместе с бегемотиком, что же там ему прислали из Африки. Смотри, Лулу, что там? А ну скажи громко, что это? Фрукты! Посмотрите! Ням-ням! Да, это фрукты, это все тебе. Вы большие молодцы! Спасибо вам за помощь! Теперь я тоже научусь делать зарядку и открывать замочки. Пока-пока! Пока!